Всем привет, ребята. С вами Костян 35. И у меня стал вопрос. Почему я только что появился именно здесь? Почему не вон там или хотя бы не вон там, в самом низу? И что здесь делают гриппер и зомби? Ладно. Так, тут где можно безопасно спрыгнуть в воду? Так, там вне вариант. Так, а вот тут уже вариант. Ой, я землю получу, сюда ее поставлю. Так, давайте мы здесь поставим. Мне тут идет сериал родителей, если будут какие-то звуки. Слышь, ты иди отсюда. Ха-ха, получай. Мне, если честно, гриперов я ненавижу, извиняюсь. Кто их любит? Это сейчас у нас седьмая часть. Сейчас седьмой день. Хотя это должен быть сейчас восьмой, но это сейчас седьмой день. Видите, дерево что-то не хочет вырасти. Также в моем домике изменилось. У меня был опять сегодня доступен творческий. Опять. Я сделал подвал. И там в подвале вы сейчас увидите, что. Там портал есть. Вот, это портал ада. Также тут еще есть сундучок, и в нем хранятся вот эти вот вещи. Ну, в принципе, не такие что крутые вещи. Такой подвал. Давайте-ка отправимся с вами в ад. Еда у нас есть, и все у нас есть. Отправляемся в ад. Так, все, мы пришли. Фу, о, мы пришли. Ё-моё, тут сразу на этот чувачок. Иди в жопу. Эй. Эй, пошёл на меня, лох. Да ёпэра. Обратно в портал, потому что меня что-то за ним устраивает. Ты депортил меня уже. Боже мой, что ждать? Пипец, напугал. Этот, блин. Чё-то я как-то напугался. Ладно, пока в ад не пойдем. Да и пох он такой у меня сейчас дома. Ладно. Ладно, его нет дома. Также у меня появился ди... А, вы уже это знаете. Может, что-то я уже позабывал, что я вам рассказывал. И тем более этот остров разрушился. Вот этот вот, на котором мы тогда с вами заспамнились. Это просто... Ну, это как так говорится. Сами... Давайте мы пойдем с вами поубиваем каких-то монстров. Вон там уже утопленник. Я иду к тебе, утопленник. Ой, ё-моё. Ты лох. Ты лох. Ты лох. О, да, ты лох. Ты лох. Так, идите в жопу. Идите, идите. Идите в жопу. Тебе что, контроль не решил, да? Идите в жопу, тупица. Пицца. 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 О, лук поможет? Я надеюсь. Это маленький зомби. Что он то? А, это не маленький, я думал, это маленький зомби. Все, он тоже. Попрощаться. Еще, кстати, ребята, ну я не знаю, сейчас уже, да, уже темнеет. Ну, картинка, не с первого раза. Ой, блин. Почему-то с первого. А, ну потому что я еще ударил. Интересно, что там делает этот эндермен? Как он там поживает без меня, когда я на него напал? Тогда закроем наш подвал, что она пока нам еще не нужен. Скоро настанет восьмой день. И это означает, и это будет все означать, что...
Но вы уже, наверное, догадываетесь. Я, как сказать, проживу 10 дней вот с этим красивейшим домом, с огородом. Ну и всеми вот этими вот. Солнце, получай! Ну все, солнце, иди, стрелка. Все, стрела сейчас горит. Так, пойду-ка я положу свои вещи ненужные, которые мне сейчас нужны. Я беру сейчас арбалет. Потому что арбалет мне пока не нужен. Еще вот, ну, вот в том подвале, где у меня портал, то я что-то там... Ну, туда тоже я буду складывать свои вещи. И темнеет, уже темнеет. Что ж, седьмой день сейчас пройдет, наступит восьмой день, и это будет, значит, со мной будет жить еще, останется будет уже жить два дня. Ну что ж, если вы рады за меня, ну, напишите комментарий. Вот прикиньте, я сегодня выкладывал видео, где я не знал, что в нашем городе есть велодорожка. Ну это просто, я не знал. Просто, это какой-то капец. Я вообще никогда не знал. Мне... И она, знаете, сколько мне вела? Вот знаете, 3 километра и 900 метров. Нет, даже не 900, а сколько она там вела-то? Сейчас, 4000... Ой, фу, какие 4000? 4 километра и, можно и сказать, 500 метров. Ладно, все, давайте спать. Ура, настал восьмой день, просыпаемся, и там поднимается наше солнце. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока, скоро выйдет восьмая часть.